вместе собрались, чтобы почтить память жертв Холокоста. Мы пришли помолиться, мы пришли поблагодарить Бога, что Он помог каждому из нас дожить до этого дня. Дожить до этого дня. Что у нас есть руки, что у нас есть ноги, что мы живы, здоровы, и что нам не безразлична трагедия еврейского народа. Погибло вот с нашего города, вот на этом месте 600 евреев. Это очень много. Это тысячи неродившихся. Вот. Поэтому независимо от того, какой национальности человек, если он человек сердцем, с душой, это для него боль. Боль и трагедия. Поэтому мы здесь все, чтобы этого больше никогда не повторилось. Израиль его всегда евреев уничтожали. Уничтожал фараон, хотел уничтожить. Хотел уничтожить Аман, Амалик. Его хотели уничтожить Римская империя. Его хотели уничтожить фашисты. Но сегодня я хочу сказать одну простую вещь. Израиль — это народ Божий. И его невозможно уничтожить. И я хочу сказать на этом месте. Ам Израиль хай. Народ Израиля жив. Потому что с народом Израиля связано будущее для всех людей на этой планете. Господи, молим и просим Тебя, Ты благослови весь израильский народ, благослови наших братьев и сестер, евреев мессианской общины, чтобы их жизнь, их служение было во спасение всего Израиля. Ибо некогда Ты сказал, что спасение через иудеев.